30-летний актер Александр Петров признался в любви своей избраннице. Исполнитель главных ролей в фильмах Т-34, «Текст» и «Вторжение» отдохнул в Таиланде с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Звездная пара встретила Новый год в азиатской стране. Александр и Стася провели в Таиланде первую половину января. Влюбленные купались, загорали, катались на лодках и веселились на пляже. Пара вернулась в Москву. Петров признался, что душой он остается на курорте. Актер опубликовал снимки из совместного отдыха. Он показал Милославскую в черном купальнике рядом с собой. Девушка позировала и одна. Развивающиеся волосы сделали ее образ особенно романтичным. Вспоминая Тай, самый красивый человек, написал Александр в Инстаграм. Стася тоже с гордостью показывает своего любимого мужчину. Актриса разместила фото Петрова на качелях. Александр был запечатлен в белой рубашке с открытой улыбкой, он явно испытывал удовольствие. Роман Петрова и Милославской начался на съемках фильма «Стрельцов» в 2018 году. Александр сыграл легендарного форварда, а Стася – его жену Алу. Влюбленные рассекретили свои отношения минувшим летом, они вместе появились на сочинском кинотавре. Тогда Петров назвал звездой фестиваля юную актрису Виту Корниенко. Актриса Юлия Хлынина на ток-шоу рассказала о съемках постельных сцен с Александром. «У Саши такая фильмография, перед ним уже каждая артистка раздевалась», – заверила она. Петров признался, что расслабляется после тяжелых съемочных дней вместе, где все люди голые.